Всем привет, ребята, с вами Братан78. Сегодня я вам расскажу, что у нас уже нас, подписчиков, около 30 штук. Я поздравляю себя, вас с этой огромной цифрой. Это, можно сказать, как два моих класса. На моем классе только 19 человек. Будем считать, что в два раза. Пофиг, что не совпадает. К Новому году я хочу накопить, до следующего Нового года, это 2021 год будет уже, чтобы я имел, 20, за год для меня, я думаю, накопить 20 подписчиков плюсом. Это будет очень круто, ребят. Я надеюсь, что в этом следующем году я буду повышать качество монтажа, будут выходить более четкие видосики и более чаще они будут выходить. Как всегда, я ленюсь выпускать видео. Выпускаю их раз в месяц, можно сказать. Поэтому не обижайтесь, что у меня такой плохой монтаж, я сам это признаю. Ты скажешь, что у меня подписчики накручены. Нет, я их не накручивал. Но мне нужно научиться чуть-чуть монтажировать, а все остальное ладно. В этом я могу постараться и накопить опыт. Так думаю, что ты, друг, будешь следить за моим каналом на протяжении всего года. И будешь смотреть, как улучшается монтаж. А дальше я хочу поздравить вас с 30 подписчиками. Давайте не будем сбавлять и наберем 50 подписчиков до следующего Нового года. Спасибо, ребята. Этот гейский голос так бесит. Ты играешь на гитаре как лох. Видео выходят раз в месяц. Я боялся, что ты сдох. Каверы полный отстой. В кедах дома ходишь позор. Твой канал самый тупой. Снова месяц ждать разбор. На всех мучает вопрос. Когда ты упадешь? Всех соседей задолбал. Лучше бы сходил в спортзал. Ведь у тебя толстые ляжки. Ходишь ты в одной рубашке и снимаешь только в месте, где всем скучно, очень страшно. И вообще, что за фигню? Я сейчас смотрю. Почему подписчиков так много? Когда ты полнеешь, ты на тюбе ненадолго. И петь ты не умеешь, под какой ты снимаешь другой. Вызываешь только жалость. Чувак, ты самый крутой! Нет, мне показалось. На всех мучает вопрос. Когда ты упадешь? Всех соседей задолбал. Лучше бы сходил в спортзал. Ведь у тебя толстые ляжки. Ходишь ты в одной рубашке и снимаешь только в месте, где всем скучно, очень страшно. И вообще, что за фигню? Я сейчас смотрю. На всех мучает вопрос.
когда ты упадешь. Всех соседей задолбал, лучше бы